В Уральске открылся филиал Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова. У врачей-резидентов появилась возможность проходить специализацию на будущем месте работы. Теперь выпускникам медицинского университета нет необходимости находиться в Актобе до полного окончания обучения. Местная больница при этом получает необходимых специалистов, которых сегодня так не хватает. В церемонии открытия филиала приняли участие первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, а также председатель совета директоров Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени Успанова Жаксылык Доскалиев. Открытие филиала Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова в Уральске – хорошая новость как для поступающих сюда врачей-резидентов, так и для управления здравоохранения. У резидентов появилась возможность проходить заключительную практику непосредственно на месте будущей работы. При этом раньше, до полного окончания учебы, им приходилось находиться в Актюбинске при университете. С открытием филиала многие вещи они упростились. То есть не нужно там каждую неделю, месяц ездить туда, в Актюбинск, и проходить на тех кафедрах. Соответственно, и помощь больницы очень большая. То есть есть рабочие руки, есть люди, которые занимаются, работают. И самим резидентам в этом плане намного проще, потому что большая экономия времени. При официальном открытии филиала председатель совета директоров ЗКГМУ имени Успанова отметил, что это большой плюс для молодых кадров. В филиале для врачей-резидентов отведены специальные кабинеты. Здесь они могут проводить консилиумы и семинары. Симуляционный центр оборудован специальными манекенами для практических занятий. Здесь можно будет завтра проводить, как Жасмин сказал, мастер-классы, научно-практические конференции, консилиумы. Это сильно большое дело для региона, когда появляется такая вот именно среда академическая, практическая объединяется. Да? Еще плюс вот эта третья составляющая научная. Наука. Это три единства науки и образования. Это единственный путь к прогрессу, улучшению сервиса, улучшению качества. Основная цель открытия таких филиалов – восполнение дефицита кадров врачей. В регионе не хватает порядка 280 медицинских специалистов. Среди них – кардиологи, нейрохирурги, реаниматологи. Уже учатся у нас резиденты, работают на практике. Теоретическую часть они получают в институте, а здесь 90% практики. Они уже распределены по больницам, самостоятельно принимают решения, выполняют. Если это хирург, он работает в операционной, если это анестезиолог, он дает наркоз, но под руководством наставников. Сегодня в Уральске уже работают 39 резидентов. Они задействованы в непосредственном оказании медицинской помощи населению. В общей сложности здесь планируется обучить около 700 врачей-резидентов по 13 узким специальностям. Конечно же, предполагается, что специалисты останутся трудиться здесь, в Западно-Казахстанской области. Филиалы Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова уже открылись в Атырау и Актау. В дальнейшем планируется открыть филиал в Кызыларде. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Миржан Хашгиреев, ТДК-42.